Погибать, Лили! Они так и не поняли, в чем дело. Кульники! На башню, парни! Все на башню! Боги с нами! Крушите двери! Эй, с топорами! Руби все в щепки! Yeah!
Отступитесь! Мы вас перебьем, как бешеных собак! Ариан Лавалет, с этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан! Я буду обращаться с тобой по чести! Ты задолбал, твое величество! Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы из старого барона. Владетель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывать ведьмака! Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесется к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с нильфгаардцами икшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтостом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Сложи оружие, парень. Это не игра. Не губи людей. Сдавайтесь, и король будет милостив. Хватит с моей матери королевских милостей! И что ты собираешься делать? Бросишься на меч или убежишь? Он сделал из нее потаскуху, а потом отрекся от нее перед всем королевством! Это правда. Только резня или геройство этого не изменят. Теперь бросайте оружие. Если с моей матерью что-нибудь случится, я найду и убью тебя!
Ариан Лавалет сложил оружие. Надо же. Ты говорил с ним? Пару минут, перед тем, как его забрали в камеру пыток. Изменникам у нас нелегко приходится. Рассказывай. Кстати, а что с драконом? Развалил ползамка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Аэдирна. Он нас всех едва не сжег. Ариан Лавалет сдал замок! Открывайте! И что, он жив? Да жив, жив! Я не мстительный! Открывайте! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. О, смотри, особый отряд короля. Покажите его! Ты мне не веришь, пес? Открывай сейчас же! Государь. Лернан Роше. Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалетты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они? В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост! Закрыть короля! Прячься! Дракон! В укрытие! Берегите короля! Под крышу! Пальцы бы он очень тяжелый арбалет! Ведь и правда, дракон! Настоящий! Даже не верится! Мэрикой, хватит восторгаться! Заколдуй его как-нибудь! Все не так просто! Эта скотина спалит мне армию! Ведьмак! И как с такими чудовищами бороться? Никак! Бежать от них надо! Помог, так помог. Нужно добраться до города. Там у нас будет больше шансов. Правда, что ведьмаки не охотятся на драконов? Ну? Прячься! Похоже, этот дракон про ваши правила не знает. Что ты мне предлагаешь? Прыгнуть на него с мечом? Понятия не имею. Ты тут эксперт по чудовищам. Быстро сюда!
грёбаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как все закончилось. С того момента, как рухнул мост, ты почти все время был со мной. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. А говорили, под стены не подойдем. Полдня, и город взят. Доложить обстановку. Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фен прижал жреца. Тот сказал что-то о ходе под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец... Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Сила, сбери двери на себя. Фен, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернон умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся Вызима позавидует. Солдаты Лавалетов ничего не сделают детям баронессы. Я не успокоюсь, пока их не увижу. Надо действовать быстро. Бунтовщики сами загнали себя в западню. Я не хочу ждать, пока они догадаются, что детей можно использовать как заложников. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Где топоры? Шевелитесь! Сделали! Заткнись! Пора платить военные подати. Золото и серебро на стол. Молча, живо! Эти люди без оружия. Проваливай отсюда, не мешай! Сваливайте отсюда по добру, по здорову. Сейчас дракон спалит весь город вместе с добычей. Ты смотри, какой заботливый! Ну да ладно, пойдем отсюда. Мы своего не упустим. Уходим! Спасибо вам, милздарь! Спасибо! Будь осторожней. В следующий раз может не повезти. Спрячься куда-нибудь. Я должен найти жену. Я видел, как ее гнали вместе с остальными, будто скот. Удачи! Нечего здесь глазеть. Оставь их, это невинные люди. Где тут люди? Это прихвостни Лавалетов.
А сорняки надо выдирать с корнем, чтобы не разрастались. Измена, как чума. Никто отсюда живым не выйдет. А ты не подходи сюда. Я не стану смотреть, как вы убиваете безоружных. И что ты сделаешь? Убью тебя. Все свидетели, я не хотел твоей крови. Ты победил. Пощади. Выпустите людей и убирайтесь отсюда. Открыть двери! Я рапорт напишу. А пиши, что хочешь. Если вы, сучьи дети, еще раз попробуете что-нибудь сжечь или тронете хотя бы одну женщину, король об этом узнает. Не трогайте нас! Вы свободны. Спасибо вам, Лилсдар. Спрячьтесь, пока все не успокоится. Вот только где... Пускай король решает. Вот холера.
Мерзкая Таэли. Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете. И самым богатым. Ловлю тебя на слове, король. Видишь, Вернон, Геральт справился. Очень вовремя. Жрец изволил отправиться к своим богам. Я видел на реке Скаэтаэлей. Где именно? Сколько? Как выглядят?
Хрен с ними, с эльфами. Потом разберемся. В монастырь. Скаетаэли, кусочки головоломки начинают складываться, Геральт. Или ты говоришь правду, или очень складно сочиняешь. Я хочу услышать остальное. Дети Фольтеста, монастырь, что там произошло? Если бы не Тайлес, мы добрались бы туда одновременно. Не отвлекайся, ведьмак. Что же, верховный жрец говорил правду. Его Величество Фольтест, король Темерии. Артур Тайлес, бывший граф Несвельд. Я подписывал тебе приговор. Да, баронесса меня помиловала. Как неудобно получилось. Где Анаис и Бусси? Ты про королевских отпрысков? Не испытывай моего терпения, Тайлес. Я обещаю тебе легкую смерть. Признай, Фольтест, перед богами и людьми, что Бусси и Анаис – плоды твоего греха, а не твое потомство. Покайся! Скажи правду! Может, ты не заметил, Тайлес, но мои войска уже в городе. А с ними палачи, чародейки и мутант, у которого нет ничего святого. Это святое место! Ты не отважишься поднять руку на слугу Божьего! Где вы спрятали детей? Монастырь, а не вместе уединения. Что? Что это значит? Богохульство! Чародейские фокусы! У преподобного волос с головы не упал, а дворяжка получил по ребрам. И волки целы, и овцы сыты. Холера. Бывали штормы неудачные, но этот дракон был последней каплей. Ну да. Просто перегнул палку терпения. Переполнил. Что переполнил? Ну, чашу терпения. Мать его, это просто нелепо. Геральт, вот ты в них разбираешься. Можно натаскать дракона. Никогда об этом не слышал. Так почему он жрет только моих людей? Безопасности. Какая безопасность? Хватит врать! Я хочу увидеть...